Доброго времени суток, это Алексей Шалаванов, и это 17-й видеоурок по программе Paint версии 6.1. И сегодня мы нарисуем автомобиль с фотографии. Давайте вот откроем папку, в которой хранятся наши изображения. Ага, хорошо. И для того, чтобы вот нарисовать плавный контур нашего автомобиля, воспользуемся кривыми линиями. Вы с легкостью сможете отличить эту кнопку от других, потому что она выглядит как синусоида, переходящая в параболу, в месте, где вторая производная меняет знак. И вот такими вот плавными движениями, такими вот тут рисуем линию. Сразу давайте посмотрим. Ага. Ну, давайте вот отложим эту линию, вот давайте еще одну попробуем нарисовать. Ага. Ну, давайте вот тоже ее тогда отложим. На самом деле это не единственный способ вот начать, вот не обязательно именно так делать. Давайте вот попробуем по-другому. Давайте скопируем автомобиль, вот так вот выделим, да, казалось бы, все, да? Это я так вот шучу, все-таки стараюсь сделать более живую передачу, такую вот шутками как бы. Нет, мы просто вырежем автомобиль отсюда, и у нас уже получится контур, в который мы будем вставлять остальные детали. Вот, давайте начнем с фар. Я слышал, что конструкторы приходили к этой форме фар в течение 25 лет, но с моими уроками у вас это займет намного меньше времени. Ага, вот давайте сделаем капот. Для этого мы используем прямую линию. Вы легко сможете найти значок прямой линии, потому что на нем изображена прямая линия. Как видите, в основе Porsche лежат очки Джона Леннона, и мы с вами учились их рисовать в 6-м уроке. И, кстати, в Paint уже встроен пакет боковых зеркал. Вот такие вот зеркала вот есть, вот квадратненькое зеркало, вот кругленькое есть, вот такое вот рыхленькое зеркало вот есть, вот, да, вот. Вот давайте нарисуем колеса. Вот. Колеса, диски можно взять оригинальные, пожалуй, ничего страшного, да, вот. Теперь приступим к фону. Трава имеет такую неоднородную структуру, поэтому нам понадобится распылитель. Да, вот он выглядит так вот. Ну, это займет, конечно, некоторое время, можно быстро, но тогда вот остаются незакрашенные места. Можно рисовать плотнее, но, как видите, это занимает чуть больше времени. Но все это, естественно, приходит с опытом и с моими уроками. Вот, нечто подобное было в том уроке, где мы с вами учились рисовать мрамор, если вы помните, да, вот. И вот маленький секретик, мы обработаем границы распылителем, чтобы не так был заметен переход вот между картинками, видите? Вот так вот, вот так, отлично, отлично, отлично. Вот теперь небо, теперь небо. Ну, тут тоже есть, конечно, небольшой секретик. Так как небо равномерное, мы можем взять небольшой кусочек вот такой, да, и просто вот так вот просто скопируем его несколько раз к нам в рисунок. Отлично. Вот достаточно однородно получилось так вот, да. И теперь тоже вот так вот пройдемся по краям, вот сгладим их распылителем, распылителем. Хорошо, хорошо. Теперь самое сложное в компьютерной графике. Имитация водной поверхности. Ага. Вот так вот делаем. Угу. Так, конечно же, нарисуем рябь. Вода у нас, да, вот у нас неспокойная вода. Такая вот волнистая, нарисуем рябь. Вот так вот хорошо. И, конечно, след от солнца. Ну, давайте вот от этого солнца нарисуем след. Ага, хорошо. Теперь вот деревья. Деревья. Для этого используем вот все те же самые вот рыхлые зеркала. Теперь нарисуем деревья. Для этого используем вот эти вот рыхлые боковые зеркала, вот эти вот так называемые, да, вот так вот. Ага, хорошо. Теперь можно ими облачка нарисовать, да? Вот выхлопы вот можно вот нарисовать, да? Ну и овечек тоже, конечно же, можно нарисовать, да, конечно же. Но это, конечно же, не все. Ну, бывают, конечно, такие перфекционисты, которым все бросается в глаза, даже какие-нибудь там мелкие неточности. Ну, Paint, конечно, позволяет дошлифовать все до совершенства. Вот так вот. Давайте вот увеличим. Вот так вот подгоним капот кузова. Вот это вот, конечно же, вот эти вот переходы, вот этот план. Вот все это можно, конечно, дошлифовать. Это, конечно, да. Тем более вот. Тем более, возможно, в будущем вы будете заниматься этим за деньги, да, вот за деньги. И нужно уже сейчас учиться делать профессиональный продукт, используя мои уроки, да, конечно. Вот. Ну что ж, такой вот симпатичный результат у нас получился. Хотя, забыли мы с вами, конечно, рисовать парусник вот на фоне, да, вот парусник там видим. Но мы не преследовали цель сделать один в один, правильно ведь? Не преследовали эту цель. А в следующем выпуске мы с вами научимся ретушировать наши фотографии в Paint и убирать катушки со свитера. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мое видео. Всем пока!
Ох, ну ладно, ой, кошмар, я устал уже, можно я отдохнуть?